Мы боимся повторения трагедии, произошедшей на сортировке. С этих слов начался рассказ жительницы областного центра, позвонившей в нашу редакцию. 2 года назад на улице Шувандиной во время грозы на женщину рухнуло дерево. Она погибла. Жители улицы Степана Халтурина тоже бьют тревогу. Шевелюра этих тополей уже долгие годы не касалась рукомастера. Боимся, потому что вот деревья уже 30 лет, дому 30 лет. И 30 лет мы просим, чтобы сделан был опил деревьев. То есть тополя уже идут вот до самого неба, так будем говорить. Здесь тротуар, а значит, при сильном ветре ветки могут упасть на прохожих. Старых деревьев, которые нуждаются в опиловке, мы насчитали порядка 10. Жители дома номер 1 написали заявление в управляющую компанию с просьбой разобраться в проблеме. Но организация пояснила, что это работа городского управления благоустройства. Но с данного адреса заявление на снос и экранирование зеленых насаждений не поступало. А так нужно подать письменную заявку в управление благоустройства администрации города Иваново, значит, и соответствующим заявлением. Мы поставим в реестр учета заявок и выполним в плановом порядке. Сегодня в реестре на кранирование и снос зеленых насаждений порядка 3000 заявок. Опиловку производят с ноября по март, когда нет сокодвижения. Следовательно, на Степана Халтурина тревогу забили поздно. Теперь жителям нужно обратиться в мэрию, но проблема будет решена не раньше осени. Главное, чтобы до этого времени старые тополя выстояли. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.